We'll be right back.
все просим. Baby's coming home from many miles away. But baby's coming home from many miles away. She's been across ocean. She's coming home to stay. She's so nice. Thank you.
to see you home. Well, hello, baby. Все хлопали, иначе не получится. Свилей! Thank you.
Особенно припев, но мы справились. Я думаю, следующая песня гораздо проще. Она называется «She's my woman». Приводите, как моя девушка уехала от меня в другой город поступать в политехнический институт. Нужна ваша помощь. Я старался, без вас не получилось. She's my woman. She belongs to me. I'm crazy about my baby. She's crazy about me. Wake up early morning. See his shining eyes. You know I feel so good. No, baby, she's my woman. We'll be right back.
спасибо, дорогие друзья. У нас сегодня прекрасный вечер, нам очень повезло, потому что у нас в гостях находится человек, который очень редко бывает в Москве, несмотря на то, что он москвич. Это абсолютно потрясающий гитарист, его, к сожалению, лучше знают на Западе, чем в России. Его зовут Дмитрий Малнетов, давайте поаплодируем. Дима очень плохо говорит по-русски, и он попросил меня передать вам, что у него сегодня хорошее настроение, и он всех угощает. Можете спокойно подойти в бар, заказать себе шампанского. Дима за все платит. Поаплодируем ему за это. Добрый вечер, дорогие друзья. Леван Мамидзе, замечательный музыкант. Пригласил меня принять участие в этой программе, которая посвящена, насколько я понял, творчеству группы Beatles. И я сейчас что-то попытаюсь сыграть. Надеюсь, что я не испорчу гениальные произведения и заодно продемонстрирую вам новый способ игры на гитаре, который называется двуручный независимый тэппинг. Ну, в общем, я надеюсь, что у меня все получится. Thank you.
Большое спасибо. Ну, коль я вышел на сцену, мне хочется, конечно, сыграть одну вещь, которую я играю в основном на всяких гитарных фестивалях, но я думаю, что здесь клуб, так скажем, интеллектуальный, поэтому можно ее сыграть. Гитарного блока. Я хочу сыграть одну вещь, я ее специально подготовил к этой программе. Мне нужно было что-то найти в репертуаре Beatles про птичку. А про птичку у них есть две песни. И вот одну я нашел. А почему именно про птичку? Потому что я надеюсь, что вы догадаетесь. Но все же, думаю, поясню, потому что, может быть, не все как бы в гитаре там, специалисты. В общем, мне Джефф Бек, есть такой гитарист, показал один прием имитации пения птиц на гитаре. И я долго думал, как же мне этот прием куда-то применить, чтобы это было более-менее в художественной форме. И вот как раз сегодня такой случай. Free the Bird от Джона Леннона. Попробуем сыграть. Thank you.
Дмитрий Малолетов, дорогие друзья. Наш ответ американскому автопрому. Ну все, сейчас будем хулиганить. С высоким искусством покончено. Сейчас будем. Приступим к нашей основной функции. Веселить. Дорогие друзья, у Димы есть очень интересная и смешная история насчет того, как он сочинил следующую композицию. Давайте попросим Диму рассказать эту историю. Поаплодируем это равноценно просьба. Пожалуйста. Милан, ты меня поставил к стенке, я, конечно, не могу отказаться, хотя я, честно говоря, эту историю уже много раз рассказывал, и не знаю. Ну, если очень коротко, вкратце, ситуация состоит так, что в блюзовом нашем мире, вот где Леван является таким основным у нас в России человеком, не принято петь на русском языке. Потому что блюз и русский язык, ну, как коровье седло, так считают. Это не я говорю. Да. Леван, допустим, считает, что блюз звучит хорошо только на английском языке, ну, и, конечно, на грузинском. Вот. На русском никак. И когда я один раз сочинив песню, на блюзовый стандарт положил русский текст, я сделал такой текст, что для тебя я готов на все, там, с неба звезду достать. Ну, в общем, как обычно, такой стандартный, банальный текст. Такой, лишь бы были слова. Леван говорит, нет, надо тебе что-то с этой песней делать. Она звучит, в общем, деревня, в общем. Ну, я решил переделать ее на английский язык и послал текст в Америку Донни Финч. Есть такая поэтесса, которая делает текст. Она носитель языка, в теме, филолог, и поэтому я ей доверился. Я попросил ее, пожалуйста, сохрани вот эту красную нить. Для тебя я готов на все. Через неделю получаю текст. Скажи мне только слово, и ради тебя я буду грабить поезда. А хочешь, я стану чикагским гангстером. И все свои деньги ты будешь утопать в богатстве и в роскоши. Но третий куплет меня убил на полу. По дороге в тюрьму я буду петь блюзы и ни о чем не буду сожалеть. Дмитрий Малолетов, Советский Союз, давайте поаплодируем.
Спасибо, дорогие друзья. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Встретимся ровно через 15 минут. Можно поаплодировать перерыв. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Давайте поприветствуем друг друга. Я хочу представить вашему вниманию очень интересного музыканта. Мы рады, что этот музыкант участвует в нашем коллективе Blues Cousins. Его зовут Константин Кириленко. Давайте поаплодируем его еще раз. И он хочет вам представить композицию песни Beatles еще в своей интерпретации. Давайте послушаем, я уверен, что это вам очень понравится. Итак, Константин Кириленко. Константин Кириленко, пожалуйста, поаплодируем как следует. Yeah, baby, yeah! Thank you.
Прекрасная новость. Совсем недавно президент Российской Федерации присвоил нашему барабанщику звание заслуженного артиста России. Давайте поаплодируем. Раньше этого прекрасного человека звали Слава Игнатов. Сегодня его зовут Вячеслав Анатольевич Игнатов. Соответственно, его позиции значительно изменились. Слава уже стал сам выбирать себе репертуар, играть соло, где ему удобно. Вот следующая композиция этому подтверждение. Композиция принадлежит группе Beatles, но соло в этой песне играет заслуженный артист России Слава Игнатов. Аплодисменты, поехали!
All right, baby, yeah. Use the sun.
бас-гитара Константин Кириленко! Ударный заслуженный артист России Вячеслав Анатольевич Игнатов! И, конечно же, Иван Мумидзе! Группа Блузказы! Не устали еще, нет? Тогда под ваши аплодисменты приглашаю на сцену Диву Малолетова. Мы сейчас вместе что-нибудь сообразим. Давайте поаплодируем сильнее! Добрый вечер, дорогие друзья. Аплодисменты, Константин!
Слава Игнатов, я Ливан Ломитин. И под ваши аплодисменты мы сейчас сделаем профессиональный поклон. Добрый вечер, друзья. Мы сейчас вспомним прекрасную песню группы Beatles. Я уверен, что все прекрасно ее помните. Вместе попробуем успеть. Песня называется Don't Let Me Down. Don't let me down. Спасибо этому прекрасному клубу. Вас очень люблю. До свидания. Спасибо.
You can do the thing with all my blue switches.
Thank you.